Снова здорово, мои господа, на связи Роман и канал Freeze and Games. А это что? А это я продолжаю. Я пишу тоже подряд следующую серию, но ты видишь ее через день, потому что ЗВ, мы, естественно, как частями хорошего, по чуть-чуть, понемножечко, одну серию в день выкатываем, а у нас Джео. И чтобы не просрать, я его записываю заранее. Так, поехали. Что у нас? Три звезды. У меня есть такой, как бы, собственно, не то чтобы челлендж, а небольшая цель, достижение, это на всех этапах, во всех битвах брать 4 из 4. Соответственно, ты прекрасно понимаешь, что у меня темная сторона, и мне это под силу, на самом деле. Просто надо немножечко подкачаться, то есть, если мы возьмем темную сторону, посмотрим, то у меня, в принципе, есть все персонажи, единственное, что они не выкачаны, у меня не хватает только вампы и верховного лидера Кайло Рена. Ну, это все вопрос времени, это все будет. Так, на Великую Арену. Зачем я на Великую Арену зашел? Она у нас еще не закончилась, поэтому результат я тебе не скажу. Придется ждать еще одной серии, уж из вентиляй. Здесь, смотри, здесь мы заваливаемся. Заваливаемся, заваливаемся. А я не помню, какие мне давали тут советы, если честно. Вот прям честно не помню. Здесь-то жуки. Здесь жуки, а там... А там не помню. Ну давай начнем с жуков в любом случае. Там оставшихся кого-нибудь подкинем. Так, вот тебе шпион. Тут расходовку-то у нас только альфа и джен... альфу можно поменять. Ну давай тогда альфу и шпиона вот так подкинем. Хотя что это даст, по большому счету? Хотя альфа бафы снимает. В случае крита. Ладно, пусть будет. Пусть будет так, сказал я и поехал в бой, а запись идет. Хорошо. Так, ну, с медика, естественно, мы начинаем. Его надо просто подконтрить, а уничтожить нам с тобой надо снайпера. Все по старой схеме, ничего не меняется. Рассчитываем немножко на удачу и на правильность действий. Так, сюда... Это не страшно абсолютно. Ни первая, ни вторая провокация нас не пугает. Тебя мы заберем. Санфака плюшку я знаю. По старой схеме работаем. Делаем переход между третьей и четвертой волной, естественно. И да, бивочка прошла. Хорошо. Но это легко. Опять же, первый этап. Так, подожди. Здесь контр, наверное, лучше... С этого перчика начать и продолжить уже медиком. Так, контр не дали. Теперь контр есть. Хорошо, давай сюда. Отлично. Так, ты прохил не кинешь. Тебя я заберу. А тебя я просто побью. Так, допустим, еще разок сюда. Все. Полный контроль над соперником. Почему бы и нет? Жуки достаточно такая контрольная пачка. Если, конечно, соперник не в дикую стойкость закатан. Здесь нам надо контрить троих. Этот бьет массовкой. Этот бьет по одному, но очень больно. Этот бьет массовкой. Он же клон-сержант. И Файвс... Не, Файвс нет. Так, давай с тебя начнем. Ой-ой-ой. Блин. Так. Давай на Погля кинем, чтобы он два раза сходил. И ни разу не получилось. Ну что ж за обида-то? Так, тебя я давай заберу на всякий пожарный. Ну это понятно. Здесь провокацию успеем мы добить или не успеем? Ты же провокацию получаешь на два хода? На два хода. Должны успеть добить. Ну, аляха. Ну ладно, хотя бы шаха порезали. Сейчас они, конечно же, в санфака будут лупить. Это очень плохо. Прохил. Снимаем дебафы. Здесь контрим. Поконтрили. Да, что такое? Жучки, жучки. Ну вы чего?
Есть. Плюшки от санфака мы получили. Шикарно. Конечно, лучше его активировать под конец, чтобы на него провокация ни в коем случае не падала. Но что поделать. Контроль не всегда является контрольным. О, записывай. Супер цитата. Так, сюда, через погля. Давай два раза. Еще разок. Хорошо, молодец. Здесь красиво. Так, ты же у нас еще можешь по толпе лупануть. Ай, сопротивление, сопротивление. Китфиста же еще по толпе бьет. Так, сюда. Успеет? Успеет. Блинский. Хорошо бы хоть кого-то забрать. Так, ладно, ладно, ладно. Подожди, подожди, подожди. Давай сюда попробуем. Да, глаз накинули. Слепота есть. Шикарно. Тогда Китфиста. Прохил. Хорошо. И начинаем забирать парнишек. А, нет, здесь просто тычка. Сюда, сюда, сюда. Давай таким образом. Не вышло. Ну так, заберем. Продолжаем контрить. Нет, не продолжаем. Подожди, здесь глаз закончился. А, ну хорошо, проконтрили. Здесь через погли опять же таки. Молодец. Запрет не повесил, но зато добил. Меня, в принципе, оба варианта устраивают. Ага. Есть контакт. Давай так, если вдруг какие-то битвы тебе надоедает смотреть, потому что они некоторые повторяются, как ни крути, допустим, как вот эта битва за жуков, то ты напиши в комментариях, что, допустим, такую-то битву хочу пропустить, не хочу я ее больше видеть. Если будет слишком много вариаций по поводу пропустить одну и ту же битву, то мы ее будем пропускать на будущее. Получится ролик более короткий, более информативный, и опять же будет интереснее смотреть, потому что это будет что-то другое немножечко, хотя опять же таки куда там, ну ладно. Здесь вместо Гривуса говорили мне брать... А, Вата же, по-моему. У меня с прошлого раза, если честно, ничего не изменилось. Что я не помню, по-моему, у меня ничего не изменилось. Так... Защиту в Б2 он у нас... Подожди, он же у нас танк? По-моему, он у нас танк. Защиту в Б2. У него будет вечная провокация. Плюс восстановление защиты. Аптечку я хз вообще куда? Скорость. Наверное, в Драйдеку или в Б1. Давай, наверное, в Б1. Ну, потому что ему здоровье в... Просто не приши пизди рукав, извини меня за выражение, но факт остается фактом. А еще вроде как запретили мне массовые удары делать. Ой, так у меня сейчас Б2 просто на куски разлетится и все. А здесь контратака только на одном висит. Да, но опять же, подожди, с контратакой он у нас не сможет накапливать батальоны. Да-да-да. Блинский. Так, сейчас у меня ни на ком контратаки нету, да? По идее, можем лупануть. На нул-то кинем тогда аптечку. Так, опять контратаки ни на ком нету. Падла в инвиз ушел.
Этот бой для меня на самом деле очень сложный, потому что я, ну, в принципе, не понимаю, не представляю, как на нем отыгрывать. Грабеж сейчас кидать, наверное, вообще не имеет никакого смысла. Так же, как и использовать какие-либо из обилок. Ну, смотри, первую волну мы выходим даже в плюсе. На секундочку. То есть у нас по здоровью, по защите все нормально. Ай-яй-яй, надо было массовоньку сделать. Еще и батальонов немножко нарастили. А каждый батальон у нас дает что? Повышает Б1 атаку на 2%, а у союзных сепаратистов стойкость и избегание критического удара на 0,5. Так, это хорошо. Здесь, блин, ну я даже не представляю, наверное, всем дать продолжительную защиту. Танки, раз, два, три, здесь три танка, кто из них первый получит провокацию, не знаю, давай сюда. Сделаем. И мне надо медика, ой-ой-ой. Так, а вот и контратака. В принципе, он и так контратаковать будет. Поэтому давай батальонов нарастим. Получается, 4 нарастили. А Б2 получил контратаку. Ага. Отлично. Так, ни на ком контратаки нету, проверяй заранее. Это я сам себе, если что. Так, здесь толпой. Хорошо, отлично. Пробуем забирать... Ой, наверное, Мейса Винду. Я не помню, здесь больно бьет или не больно. Прям серьезно не помню. Нет, он метку не кидает. Не-не-не-не-не, понятно. Он бьет не больно. А, на нем же уже висит. Давай еще сверху, малеха. Наращиваем батальешек. Сюда ходи. Снимаем отрицательные эффекты. Зачем они нам? Нет. Катиться мы не будем. Ой, напугал кота сосиской. Да у меня сосиска подлиннее будет, да и кот пошерстенее. Так, сюда. Ну что ж ты такое? Блин, опять же надо было сделать батальоны. Но это я немножко уже спешил. Спешил просто его добить. И просрал. Так, от лица руку убери. Так, определенно медик... А, нет, здесь же у нас еще есть клон-сержант. Погоди, а здесь у нас на провокации, получается, нету никого. Тогда давай вот таким образом. Просто потому, что он бьет по толпе. Это очень-очень плачевно скажется на нашем нуте. А этот бьет в одно рыло. Притом бьет, дай боже. Этот, это имеется в виду снайпер. Ух. Крепко. Ай-яй-яй. Так, ты... Сюда можно толп... А, там ошеломление. Ну, не на всех же ошеломление. Так-так-так, медика надо бы забрать. Ошеломление давай с тебя снимем. Сюда накинем. Эх, подлюка. Хотя ничего страшного-то и не сделал. По катушке поиграем. Вышли из сумрака. Не могу ни то сделать. Блин, не-не-не, подожди. Медик. Сюда давай.
Нет, не буду я грабеж кидать. Какой смысл мне под конец кидать грабеж? Чтобы он просто в перезарядку ушел. Зачем? Так, хорошо. Но мы в прошлый раз тоже три волны проходили, поэтому это не показательно. Вообще ни разу. Ой, Коди. Но у нас сейчас батальонов в два раза больше, чем в прошлый раз, на секундочку. Бляха, сейчас Б2 уйдет. Ох, помрет мой Б2. Драйдека? А, ну да. Да. Если честно, то драйдеку мне даже как-то не жалко терять. У нас стойкость и избегание критического удара за счет Б1 весьма неплохо подкачалось. Угу. Получил провокацию. Ой, красиво. Так, минус ты. Кто у нас остается? Тебя забирать? Угу. Ну, скажу я тебе так. Правильная разыгровка. Мы, в принципе, затащили. Я бы не сказал, что были какие-то прям критические ситуации. Хотя и то я наверняка где-то допустил ошибку. В частности, не надо было использовать на Вате способность, которая способна возрождать наших дроидов. Ну, имеется в виду просто так, без необходимости. Так, ладно, три битвы у нас осталось. Но эти три битвы, конечно же, будут вообще изичные. Первая битва у нас Древан Пак, скорее всего, в полном составе, без шизоида. Это мы быстро пролетим. Еще один, конечно же, спустим легенду. И, наверное, еще сходим за имперских штурмовиков, тогда рубанемся. Они тоже должны весьма неплохо проходить. Ой, красиво. Ой-ой-ой. На великой арене бы так. Так, слушай, у меня опять эпопеи с рукой начинаются. Я не могу понять, почему она липнет. До свидания. Эх, не успели добить. Ну ладно, не страшно. Как говорится, живы будем, не помрем. 106 тысяч. Нормально. Так, сюда. Просто почему бы и нет. Здесь вообще даже не важна расходовка. Древан Пак на первом этапе — это имбовый мужик. Под него проиграть, ну, я не знаю как. Можно, конечно, наверняка можно. Но это надо дико постараться. Так, сюда. Отлично. И еще разок. Как это? Тогда таким образом. И давай добивочку. Угу. Да-да-да. Ух. Так, ашка на. Минус провокация. Так, давайте немножко страха. Хотя можно было, конечно, добивать. Ну, ладно. Так, сюда. Просто почему бы и нет. Не выйдет. Не выйдет массовонькой дать. Так, давай тебя добьем. А как это? Мародерушка, ты что? Хороший бой должен заканчиваться отсосом. Уж извини меня.
По-моему, 202 тысячи здоровья мы у него забрали. Так, здесь закрыли. Здесь закрыли. Красиво. Здесь закрыли. Здесь нет. И здесь нет. Ну, погнали тогда. Кого? Императора Вечных Ситхов отправим? С кем? Кто у меня по ситхам-то еще остался? Ты... А, подожди, а давай триумвират сюда закинем. Просто вот так раз, два, три и Вейдера. Часто, кстати, на арене вижу такой состав, только триумвират в R5, R6. И Палпатин 8 реликвия. Так, связь. Кто у нас будет побыстрее? Ты, вполне вероятно. И ты. Не знаю, успеем мы вообще на ульту выйти или нет. Но будем надеяться. Массовенькой, наверное. По идее. Здесь. Слушай, а если я в него кину, ему это даст хоть что-то в плане ульты? Нет. Ничего. Ну, что поделать, что поделать. Мне кажется, мы здесь не наберем ульту. Потому что нам дается 2% за обычный ход соперника и 8% за связанных. Ну, здесь никто столько не будет ходить. Вот в чем прикол. Поэтому первый этап, наверное, про ульту можно даже и не вспоминать. Обидно. Ну, давай повяжу тебя. Тебя. И вас не буду пока трогать от слова вообще. Вряд ли это что-то даст, конечно. Ну вот 8%. И все. Да. Таков путь. Таков путь. Они вообще не успевают ходить. Вообще. Еще ульта на няхе готова. Прям вообще хорошо. Бляха, мы, по-моему, как зашли с 18%. А, ну вот 20%, ладно. 2% за этап. Гляди. Возможно, когда-то сделаем ульту. Так, ты. Нет, не ты. Ты не ты, ты не ты. Вот нати. О, слушай, а здесь можно ульту нормально разогнать. Давай мы тогда тебя заберем, кинем сюда связь, а он призовет массовым ударом. Да-да-да-да-да, таким образом и сделаем. А сюда мы кинем изоляцию. Просто чтобы он провокации своей не портил. Смотри, вот раз 8%, два 8%. Ой-ой-ой, хорошо так как разогнали. А можно еще раз так же, пацаны? Пацаны, давайте еще разок. Ага, не выйдет. Ну ладно. 66% сразу к ряду. Молодец, молодец. Так, давайте, ребятушки, бейте, бейте, бейте. Ходите. Ай, красиво. Блин, ну Коди еще должен успеть хоть разок-то сходить. Давай простой тычкой. Коди, 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 ёб твою. Да. Не, ну ульту по идее сделаем. Сейчас на четвертом этапе мне как раз не хватает вроде как совсем чуть-чуть. Сейчас главное правильных пацанов повязать. Так, кто у нас побыстрее? Ты. Здесь у всех, кстати, шаха нормально заливается. Но, судя по всему, да, вот Понц сразу шаха получает. И дарит нам ульту, походу. Ой, красавчик Понс. Дурачок ты, конечно, но что поделать. Взял, просто своих пацанов подставил. А ну, снимем? Нет, не снимем, да? Так, а это у него не боль? Это у него не боль, ну ладно. Так, Палпатыч.
Ты будешь сегодня ходить? А там скорость 554, что ли? Что-то как-то ты не особо-то не торопишься. Дай ульту, тварь. Хорошо. Ага, только ШХ ему обнулили. Не, ну что-то вроде заполняется по чуть-чуть. Давай последних со связью оставим, просто чтобы красиво от них избавиться. Ну, всего... Не, ну куда? Ну что вы делаете? Ну, товарищ Палпатин. Ладно, ладно, ладно. Финалочка достойная, по-любому. Ну и штурмовики. Конечно же, кто как не они. Так, это закрыли и погнали сюда. Так, идите нафиг. Имперские штурмовики. Вирс. Так, так, раз, два. Все, поехали. Других у меня, к сожалению, пока нет. Конечно, хочется берегового, там, штурмовика смерти, возможно, еще кого-нибудь, но, увы и ах, пока никак. ШХ порезали. И поехали уничтожать пацанов. Так, вот это, возможно, скоро сходит. Нет, не сходит, да? Немного зарядов есть. Хорошо. Петя 66 тысяч уже выдает. Притом стычечки. Ай, здесь я не знаю даже, кто побыстрее будет, если честно. Ой-ой-ой. Еще минус ШХ. Так, давай таким образом. Ну, вторую массовоньку я пока тратить не буду. Неохота. Массовоньку у Пети тоже пока не буду тратить. Она мне пригодится, если что. 89 стычки. Неплохо. Это при условии, что модули... И опять же... реликвия только пятая, вроде как. У нашего Петра. Ой-ой-ой-ой-ой. А ты куда? 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 Барис собралась сходить и испортить мне всю картину, прикинь. Это же Барис была. Заряды хотела мне сбить. Да, это вроде как Барис была. Она ШХ за что-то получает. Видимо, не знаю за что. С Барис не знаком, если честно. А, так, ты нам что? Ну, давай таким образом. Контратака, контратака. Ой, а что они все контратаку получают? Ёптель. Вот это вот надо делать по-любому. Сразу страх получили. Вот это красиво. Так, теперь надо каким-то образом добивать. Я не знаю, 68 зарядов хватит на то, чтобы убить их всех? Конечно, это 85 тысяч, но не хватило. А-а-а, здесь же еще ошеломление, да. С ошеломлением бить не страшно. Ага. Какая крепкая женщина попалась. Соточку просто на между глаз прописал. 128. Старк просто 128. У меня древо никогда столько не бил, по-моему. Так, ну чё, все? Все красиво. Просто идеально. Ну, взводы я уже, конечно же, сделаю это за кадром. Здесь в любом случае мы возьмем по 3 звезды, и того их будет 6. Но увидимся мы уже с тобой в следующей серии, на следующем этапе. Поэтому, если интересненько, то обязательно подписывайся, жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел, с тобой был Роман. И да пребудет с нами сила.